подписчики. Я вчера был вон в той природоохранной зоне. Сегодня мы пройдемся опять вдоль Дуная. Что меня интересует, вот надпись Дунай. Меня интересует водоканал, идущий к водозабору, и небольшой гидроэлектростанции. Вот сейчас вдоль этого канала я проеду и посмотрю гидросооружение на реке Дунай и водозабор города Ульма. Итак, мы снова въезжаем в природоохранную зону. Что меня здесь интересует? Вот эта вот дорога, идущая вдаль, вдоль канала. Это рукав Дуная с отведением. Мы проедем вот туда дальше, где виден мостик с плотиной. Это первая часть сооружения. Итак, я отъехал от моста через Дунай. Посмотрите высоту отсыпанных берегов с обеих сторон, лесенки подхода. Надпись на двери: вход запрещен посторонним. Замок детский. Механизмы шлюза. Как видите, уровень Дуная здесь перепадает. Стоит плотина. Получается как бы небольшое водохранилище. И вот здесь вот идет канал. И канал этот идет до небольшой гидроэлектростанции города Ульма с четырьмя турбинами. Это мы уже посмотрим поближе. Шлюзы подняты, то есть поступление воды к турбинам стабильно. Ну, также видно отсыпку примерно пару метров. Ну что, едем дальше. Я не взял с собой штатив, удлинитель для камеры, но, как мы видим, от плотины уровень воды опускается, Дунай идет ниже, а канал идет вот здесь вот выше. На канале тоже есть проходы, то есть на случай затопления весной, зимой, осенью, неважно, когда может быть подтоп, существует возможность сброса воды. Вот это наш местный ручей Вайхунг, который течет и впадает в Дунай. То есть его вывели вот в этот вот канал. Ну вот и сам ручеек, который идет через лес. Лес, который почему-то огорожен забором. Ну, едем дальше к станции. Итак, я практически проехал по длине всего канала. Как видите, ширина канала метров 15, не более 20. Вон там ниже проходит Дунай. Уже перепад высот по проходу воды. Берега выложены бетонными плитами. Глубина, я вам даже честно не могу сказать, не мерил, но 1,5 метра это точно. То есть можете прикинуть, какой необходим был объем работ земляных, которые надо было выполнить, чтобы расчистить этот канал, прокопать в глубину и довести до вот этого вот здания электростанции. Вот забор от честных людей. Ну, в принципе, пройти-то здесь можно. Хотя водозабор считается жизненно важной частью, стратегически важной инфраструктуры любого города. Ну а тут можно пройти практически без помех, обойдя вот эту преграду. Ну что, идем дальше. Вот вывеска на воротах: СВУ Энергии, Штатверке Ульм Энергии, то есть энергообеспечение городских сетей города Ульм.
Pumpenwerk Donautal. Pumpwerk, в общем, здесь насосная станция, расположенная в части города Donautal. И то, что она относится к фирме по энергоснабжению городов Ульм и Новый Ульм. Новый Ульм — это Бавария. Ну вот водозабор. Едем смотреть поближе. Вот он и лес, огороженный забором. Ну вот территория самого водоканала. Здесь видно хранилище с водой, насосные станции. Вот примерно вот такие насосы качают воду, распределяя ее по сетям для города Ульма. Итак, я добрался до здания с расположенными внутри турбинами. Вот одна из них, наверное, старую здесь выставили так для показа. Вот она, схема здания. Вода поступает, вращает турбину и идет дальше. Это вот мы посмотрели с вами сейчас водоканал, который поставляет воду к этим четырем турбинам. Их здесь 4 штуки, каждая мощностью 400 киловатт. Но не так уж очень много. История, что здесь в 19 веке решили построить такую гидроэлектростанцию. В 1907 году ее построили. Мощность была 1250 киловатт, что составляло 9 миллионов киловатт в час ежегодно. То есть 9 миллионов киловатт эти установки производят. В 69 году была произведена реконструкция. Высота падения воды на турбины 3,3 метра. Вообще практически ни о чем. И за секунду проходит 58 тонн воды через 4 турбины. Ну вот можете посчитать, примерно 15 кубов воды вращает ежесекундно каждую турбину. И вот благодаря вот этой гидроэлектростанции город экономит 7 тонн колин-диоксида, это СО2, ежегодно. Ну, вот так вот замечательно на таком небольшом канале. Вот такая вот небольшая станция, которая производит 9 миллионов киловатт в час электроэнергии ежегодно из воды, который течет мимо практически ни из чего. Рядом расположен вот такой вот старый присыпанный дом. Когда я делал ролик об наводнении 2018 года, я его тоже снимал. Ну вот посмотрите, здание типа кирхи, в котором находятся сами турбины. Мы идем сейчас вдоль технического помещения в сторону турбин. Вот сейчас будет заметен очередной перепад высот, то есть вода с канала падает вниз и вращает турбины, которые вырабатывают необходимую всем электроэнергию. Еще один товарищ, который здесь обитает. Слышно, как турбины вращаются. Видите перепад воды в несколько метров. Тут, наверное, метра 4. И канал пошел дальше, где он сольется снова с Дунаем и будет примерно на такой же высоте, как и сама река. Пройдем к следующему мостику. Вот теперь видно уровень воды в канале и уровень воды в Дунае, расположен на одной высоте. Мостик этот строился в 2007 году, а тот в 2016. Переходим через Дунай.
И можем ехать дальше. Опять же, в сторону Ульма. А там я уже вам снимал место силы. Я тут обнаружил склад деревьев спиленных в этом лесу. Вот так вот все уложено, красиво, аккуратно. Все пронумеровано. Давайте посмотрим вот это вот дерево и подумаем, сколько же ему лет, что его уже спилили. Просто считаем кольца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. То есть заметкой 45, идем дальше, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Ну и вот это, наверное, 103. То есть этому спиленному дереву было чуть больше 100 лет. Кто-то движется по лодке против течения по Дунаю. Он здесь не широкий, метров 20, наверное, от силы. И дальше там слив вместе с рекой Иллер, вдоль которой проходит граница между двумя федеральными землями. Баден-Вюртемберг и Бавария. Ну и, пожалуй, все на сегодня. Мы осмотрели стратегически важный объект города Ульм, водозабор и небольшую гидроэлектростанцию. На этом на сегодня все. Всем удачи. Пока. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра.